Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World к жизни, и сегодня у нас будет такая вот серика, где мы проведем, ну, по-моему, 4 боя крокодильчиками. Ну, я выбрал существ, которые более-менее похожи на крокодильчиков, там всякие гриппозухи, саркариксы, саркашмиксы и тому, короче, подобное. Кстати, да, вот это гриппозух, кстати, у нас идет сейчас на них сбор на выходных. Так, ну, еще взял здесь парочку гибридиков, ну тут секондант есть, но мы его, может, и не будем использовать. Ну, дозух, капрозух, правда, сюда не попал пока. А, кстати, а где мой капрозух? Давайте, может, там секондонта уберем. изменить, убрать секондонта. А я капрозуха, наверное, уже так вкачал неплохо. Вот он 15 левела. Ну ладно, пусть будет 15 левела. Посмотрим, что нам тут предлагает. Есть у нас такая башня, короче, ядрёно большая башня. Ребята, 8, здесь было около 10 боев. Я 2, по-моему, прошел уже. Да, 2 прошел, еще остается 8. То есть мы сделаем сейчас половинку, а вторую половинку я возьму нового гибрида на прокачку и там посражаемся, скажем так. Но сейчас мы все равно 2 награды получим. Так что давайте пойдем в бой. Вот такие вот против нас существа. Так, между вами и наградой команда самых ужасающих существ мира юрского периода. Используйте существ с большим запасом здоровья и тормозящими способностями. То есть вот это самое ужасное? Интересно, почему это именно так? Так, ну мы берем тогда сейчас самых слабых для первого боя. Надеюсь, мы разрулим, потому что наши существа не соответствуют описанию. Ну, будем стараться. Так, открываемся с диплотатора. Супер Флаффи. Против нас аллозавр с чертовски сильным укусом. Давайте мы это поправим. ...540. Давайте усилимся. Чё, такие неплохие удары, да, у диплотатора? 540, так. И, может, добьем уже? Да, отлично. Так, чё, хорошо себе заходит. Сила удара вроде как и небольшая, но скорость, смотрите, 120-очка. Так, ну Таникал Агриус, ясное дело, будет посильнее. Так, мы выжили. Это хорошо. И мы его ослабили. Это тоже очень хорошо. Но он нас по любасу добьет. У нас же брони 0, 0, 0, 0, 0. Да. У кого здесь сколько жизни? Двушечка. Двушечка. Давайте на саркозуха сменимся. Кровотечение у саркозуха, прикольно, да? Как у каких-то там спинозавридов. Ну давай. Прийти ему замену, хотя мы его должны сейчас пробивать напрочь. 842, довольно больно было. Так, ну псевдокрокодильчик победил. Следующий. Так, Зухататор. Так, ну да, он сейчас нас, наверное, пробьет. Ну да, с критом. Так, ну у Нундазуха ядрено сильный удар. Давайте сейчас тыщеночку снять, хотя он в следующий удар будет с кровотечением по нам. Да, тыщеночку сняли. Давай, давай. Так, ему подменяться больше не на кого. В принципе, я смогу на диплотатор подмениться и добить его. Ха, не понадобилось. Так, ну троечку мы уже обкатали. И получаем сразу же награду.
Прикольные тыковки. Так, кстати, у нас есть еще инкубатор готовый. Да, как видите, у меня 400 тысяч, и, ну и доллары исчезли, доллары я купил, говорил, не говорил вам об этом. Ну что ж, собирался, точно говорил. В общем-то, так что... Ой, не туда, вот сюда. Идем дальше. Так, мы сражались вот этими ребятками и вот этими. Так, тогда берем теперь вот этих. Будем дальше их тест-драйвить, так сказать. Уровень противников растет. Надеюсь, что в конце он будет уже там 16-й. Это для гибрида будет хорошо. Зачем я взял сарказуха? Кто знает. Ну, наверное, чтобы сделать удар с кровотечением. Пол жизни. Это понятно. Ладно, раз так получилось. Что-то я не хотел его брать, хотел взять кого-то новое существо, ну ладно. Но он неплохо, стрекозу. Простецкий, короче, но он нормально так раздавал. Так, это у нас было полтора удара, перезарядка один. То есть на следующий ход у нас будет все попроще. Так, ну берем... Пурузавра, крокодильчика. Блин, классно, вообще шикарно выглядит пурузавр. Что у него по скорости? 111. Но есть брони 10%. Ну, вот это прикольно. Такой широченная морда крокодильчика. Так, ну два удара выдержать. Это главная задача. Ух ты, ё-моё, 600! Это больно. Так, ну мы выжили, но это нас не спасет. Эх, был крокодильчик, не стало крокодильчика. Так, тут мы типа проигрываем. Ладно, давайте гриппозуха возьмем. Хорошо, что это был обычный удар, а не с кровотечением. Мы себя усилили на следующий ход, это хорошо. Один удар мы полюбас выдержим. Усиление еще два хода держится. Так, черт подери. Я вообще выживу? Должен. Так, я подменяюсь, сейчас должен быть какой-то бонус. А, щит, шикарно. Так, ну этого мы должны съедать без проблем. Да, ну раптор это было, конечно, да. В общем-то здесь разные существа. Это, короче, такая башня сильных существ. Да, правду написали. Я понял, они меняются. Здесь не то, что как обычно условия, типа супер быстрые или там супер жирные, а здесь просто крутые динозавры. Может быть, любого вида крутой динозавр, так сказать. Так. Два боя есть. Бой номер три. Так, этих не брать, этих не брать. Возьмем сарка. Ну, вот так. Будем такую троицу брать. Хотя диплотатор тоже неплохо себя проявил.
выберите существо. Ну, начнем с Аркариксиса. Так, против нас Алыч. Так, у нас есть удар с параличом, кстати, да. Это надо будет сделать вот на следующий ход, потому что этот удар будет относительно не сильный. А вот следующий... А нет, это был сильный. Ладно, тогда паралич. Скорость у нас хорошая. Ну так, для хищника хорошая, 117. Так, Таникал Агреус. Но он по любасу ходит первым. Снял, гаденыш. Уй, блин, и пробил. Неприкольно получилось. Давайте подменимся на Капразуха. Это даст нам удар. Ах ты, ё-моё. Подмена после смерти не считается подменой. Так, ну очищение взял, если вдруг на нас был бы наскок. Так, 2-1 в нашу пользу. Так, ну тут нам хана. О, ну хорошо, хоть не было кровотечения, но надо подменяться. Надо подменяться. Давайте пока что на Гриппича. Они похожи между собой. Так, ну что, может криданем как-то? Ух ты, ёба. Да, нам хана. Как оказалось, нежданным. Так, анкелодончик. Неплохо так он раздает. Я думал, уже игра зависла. Раз, два, три, четыре, пять. Еще один бойчик нам, да? Раз, два, три, четыре. Да, еще один бойчик нам провести надо. Так, сейчас надо посмотреть, какие у нас там противники. Мне кажется, нам стоит взять в команду. Вот, кстати, Зухататор нам дали. Нам бы стоило кого-то взять в команду. Что у нас здесь есть из таких вот крокодильчикоподобных? Секодонт 12, но это слабо. О, вот такой вот есть. Отлично. Этого будет нам, думаю, достаточно. Так, 11, 12, 13. Вот так вот идем. Сто 123, 117, 107, 112. Выбор очевиден. Так, обычный удар, а следующий будет сильным, да? Хорошо. Но я думаю, он не доживет до следующего удара. Ну, короче, достойный противник, да? Неплохо так нас продемажил. Так, появился Раптор. Черт, он нас сейчас пробьется. У него 700, то есть полторушечка будет сила удара. Ай-яй-яй-яй. Делаем тогда вот так. Мы поставим щит и, в принципе, должны выжить.
Ну, по крайней мере, там 700 урона пройдет. Хотя у нас даже броня есть. Сколько пройдет? 600 прошло. Это радует. Еще есть усиление. Мы достойно сможем ответить. Блин, он сейчас пробьет нас. Ай, наскок. Да. Надо было еще раз подменяться. Ну, один обычный удар мы просто выдержим. А там как пойдет. Просто крокодильчик Капразух довольно быстрый. То есть следующего противника мы сможем еще раз проатаковать. А это уже наш последний. Нет, это у нас. Не, да, последний. Так, ну он нас загасит. Это, конечно, без вариантов. Так, это был удар с кровотечением. Следующий будет вот этот, да? Отложенный урончик. Ну, давайте выпустим нового нашего. А, Димитродонт, что-то я думал. Думал, что это Сикадонт, но это Димитродонт. Эх, я хотел супер удар нанести. Так, ну вот так вот, ребятки. Это была наша 6-я победа. Следующих 4 у нас будут в следующей серии. Так что, в общем-то, показал я вам всех существ, похожих на крокодильчиков. И даже еще парочку не крокодильчиков. Так что... Всем, кому понравилось, ставим лайкосик. В принципе, можете, ребятки, написать в комментариях, какого рода существа можно пойти всеми брониками, но это будет очень долго. Броники обычно же, как бы, слабый удар имеют, ну, там, травоядными, зауроподами. Короче, в общем-то, пишите любые свои пожелания. Для разнообразия можем сделать какой угодно бой. А на этом все. Всем пока.